Любите перемены? Получите и распишитесь. С сегодняшнего дня в Тюмени начинается настоящий погодный сюрреализм. В понедельник на термометрах минус 2, во вторник 15 градусов мороза, а в среду около 0. Первый весенний месяц покажет зиме, какими должны быть настоящие снегопады. Потому что к нам нагрянул варяжский гость – ненастный циклонический вихрь. В самое ближайшее время он нагонит облака, подкинет хорошую порцию осадков и понизит атмосферное давление до рекордных значений. Например, сегодня барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а это на 20 единиц ниже нормального. Так что на этой неделе для всех метеозависимых людей прогноз погоды станет лучшим другом.